Вы жаловались, что сингл в Splatoon 2 это просто расширенный туториал. И что игра слишком простая. Получите Octa Expansion с новым одиночным режимом. Это по-прежнему расширенный туториал, но теперь настоящий хардкор. Окунитесь в подводное метро с довольно забавными локализованными названиями станций, и после пары-тройки ознакомительных уровней встретьте настоящие испытания, которые докажут вам, что вы не умеете играть в Splatoon. Каждый уровень обладает собственной уникальной механикой и сотнями способов, как его запороть и начать его проходить сначала. Кстати, я уже говорил, что для прохода на каждую станцию, то есть уровень, нужно заплатить деньги. Но не волнуйтесь, это же Nintendo, а не Electronic Arts. Никаких микротранзакций здесь нет, и валюта исключительно игровая. Однако, если денег останется совсем чуть-чуть, придется перепроходить начальные уровни, чтобы хоть немного заработать. Стрельба, прыжки, стрельба в прыжке, катание на чернильных полосах, катание со стрельбой и прыжками, катание шара, катание внутри шара. Этот уровень, который выбесит любого. Да я же прыгнул! И еще вот этот. Да почему я не могу одновременно стрелять и нести этого долбанного мегакарпа? Вам придется перепробовать практически все доступные в игре пушки, потому что у вас просто не будет выбора. Либо выбор будет сильно ограничен. Иногда слишком ограничен. Короче, вас ждет море веселья, часы подгорающего пукана и бесчисленное количество ничего не значащих текстовых диалогов. Потому что, ну, это же Nintendo, у них всегда так, почти. Splatoon 2 Octa Expansion, 1400 рублей в Nintendo eShop, при условии, конечно, что вы купили саму игру. Ну типа, а вы что хотели, бесплатные DLC? Ага, как же. Ну а с вами был Денис Мейджор и Blitz-обзор дополнения для Splatoon 2 Octa Expansion. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях. Ставьте лайк, если вам понравилось. Не забывайте, что у меня есть стримовский канал, ссылка на него в описании. И спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне. Вы помогаете этому каналу становиться лучше. И благодарю за просмотр. До новых встреч. Пока.